Привет, привет! Рада видеть вас на своем канале. И сегодня я хочу с вами порисовать. Ну, если получится, конечно, потому что, как вы видите, абсолютно чистый лист. И хочу с вами попробовать сегодня нарисовать девочку кентавра. Ну, не знаю, получится или нет. Поэтому, если интересно, оставайтесь со мной, будете следить вместе со мной, получится у меня такая куколка или нет. Начнем. Я, обратите, рисую ручкой. Это вообще как бы для меня, ну, для меня привычно, но, конечно, красота страдает. Поэтому давайте начнем. Я рисую личико. Куколка будет небольшая. Так. Даже ручкой, естественно, я понимаю, что я уже не исправлю, но все равно, как бы, да, очень тонкие линии стараюсь делать, потому что понимаю, что это уже не исправить. Если я вдруг сделаю тоненько, то я еще смогу как-то что-то изменить. Там потолще, например, полосочку сделать. А так, как бы, да, стараюсь, чтобы куколка уже изначально была. Идеально она не получится, не то слово, но чтобы уже была красива. Ну вот, смотрите, вроде бы ничего личико. Дальше я его пока продолжать не буду. Я нарисую вот так вот шейку. Тут будут как-то волосы, мы определимся. Давайте нарисуем здесь тело. Сейчас увидите. Наверное, все-таки волосы придется сейчас изобразить. Покажу сейчас. Мы отмечаем грудь, где у нас будет. И тут сейчас перейдем к самому интересному. Поскольку здесь у нас будет рука, я ее, например, могу вот так. Ну вот давайте я ее согну в локте. Так сделаю. Локоть. Вот так. Ну и вот так она, пальчик, будет держать ручку. Я не уверена, что получится на эту куколку рисовать одежду, но когда я рисую, я всегда стараюсь, чтобы как бы куклы были, ну, то есть сочетать, чтобы на них можно было рисовать. И теперь рисуем спинку. Видно, да? И вот тут мы переходим в лошадь. Уж простите, да, в кентавра, как бы, да? А кентавр это кто? Это у нас человек-лошадь. И будет это выглядеть вот так. Смотрите. Вот. Вот так вот будет выглядеть у меня лошадь. Сзади у нее нога такая большая. Лошадиная. Так. И вот так. Вот. Ну, вот такой полукруг. И вот это идет колено. И тут такой копыта. Вот тут вот коленочка или пяточка, да, у лошади. И вот этот вот круп, или как вот он называется, задняя нога, вот такая вот она, очень красивая. Давайте здесь ей, например, бантик на хвостик посадим. Вот такой. Ну и, соответственно, сам хвостик. Вот такими плавными линиями. Их можно сделать много. Это как бы вот такие вот. Вот. Вот так вот получается. Такие пряди. Как бы, да, хвостик очень красиво получился. Давайте переднюю часть теперь. Вторую ножку рисую прямо. Здесь опять-таки коленка немножко у лошади, я считаю, выступает. И тоже немножко вперед идет. Вот так вот. Вот так. Ну и тут рисуем опять ножка, немножко такое выступающий сустав. Это даже не колено, это больше сустав. И тут вот, вот так вот немножечко, я считаю, вот так выглядит. Если я не права, простите, я думаю, есть люди, кто умеет рисовать правильно лошадь. Я не, вообще как бы не претендую, не оспариваю. Ну, вот так. Вторую ножку рисуем также, только немножко сдвигаем вот тут, чтобы ее было видно. Заднюю ногу я немножко сдвинула. То есть вот так пяточка будет немножко, видите? Вот так. Вот. Ну и, соответственно, заднюю вторую ножку я эту согну. Вот так.
Вот так мы сейчас сделаем. И, конечно, тут копытцы. Вот так. Можно здесь, знаете, такие, как такие носочки, вот такие сделать. Я же ручкой рисую, конечно же, это вот так, девочка. Ну и вторую ручку. Пальчики. Такая быстрая у нас с вами куколка получится. Но я сначала хотела сама порисовать, а потом подумала, что давно не выкладывала видео, и решила, что будет нечестно, если я буду рисовать сама и никому не покажу, что у меня получилось. Тут что-то мне захотелось. Я работаю. Но вот у меня перерыв. И подумала, почему бы не нарисовать что-нибудь. Здесь тоже такую вот кокетку маленькую сделаем. Это кофточка. И волосы. Волосы распущенные. Девушка она у нас. Вот так вот мы их пустим. И вот так. Смотрите. Тут тоже вот так можно даже. Ну и соответственно пряди. Делаем пряди. Я все делаю ручкой. Это, конечно же, не очень аккуратно получается. Но у меня сейчас такое желание рисовать ручкой только. Поэтому, простите, давайте вот здесь вот так вот сережки изобразим. И брови я забыла. Брови добавим. Вот так. И в итоге, смотрите, вот такая вот девочка у меня получилась. Мне кажется, вполне себе достойная куколка. Если вы, например, смотрели, а потом второй раз захотите нарисовать по моему рисунку, я думаю, у вас все получится. Она достаточно легкая получилась. Вот такая вот девочка. На этом у меня сегодня все. Очень такое.